Всем привет, с вами Грин Фредди, сегодня мы поиграем очень интересную игру про нашу планету, надеюсь. Вот, это игра про очаровательную планету по имени Земля, но это не так. Точно, это не Зельда и не Пум-Пум-Пум-Пум, это планета Земля. И мы играем за... Ла-ла-ла! За мальчика. Вот, только неизвестно, это мальчик или девочка. Ну, мы в дальнейшем узнаем, за кого мы играем и с кем мы играем. Так, наш персонаж отправился. Что тут? Оп-па-па-па, подожди. Да, они пошли... Не, прикольный городок, кстати. Кому нравится город Венеция, написали в комментариях. Ну так интересно. Движение боковое идет, и все. Опа, ага. Вот, наш герой любит купаться. Просто так оттуда не вылезешь. Не, ну а интересный город. Так вот, если сделать... А, кстати, это же Венеция. Точно. Вот это было изначально. Венеция была такая. Потом уже стали делать как... Ты что делаешь-то, чувак? А что он делает? Понятно? Купаться хотел. Ух ты, рынок. Давай-ка посмотрим, что это продают. Бананы или это обезьяны? Или что это? Картофель. Ягоды. Ух ты. А где вы рыбку? А где вы это все выращиваете? Ну, рыбу понятно, в воде. Ага. Это, говорит, моя мама. Иди, говорит, тихо. Понял? Ну, пойдем. А! О! А, и все? Я думал, она сейчас его тесаком шлеп-шлеп, губа-шлеп. И все? А где наш герой? А, вон. Пойдем. Бежим! Прыг! Да ты что падаешь-то все время? Ух ты, кабанчик. Одноглазенький. А где тот-то? Или та? Та-та-та-та! Ребята, игра только что вышла. Я обязательно оставлю на нее ссылку в описании под этим видео. Кому нравятся под такие видео, напишите в комментариях. Да, Грин Фредди, нам очень нравятся такие игры. А сейчас смотрим сюжет. Просто вникаем в суть игры. Или вон та планета Земля. Головой ударился. Я просто хочу, чтобы вы ощутили всю сюжетность игры. Поэтому я буду тихо сидеть наверху. Может быть, как мне кажется, это его ихние родители, может быть, но это не точно.
А это либо его брат, либо сестра. Раз Лило, ну, может быть, сестра, может быть, брат. Пока я не уверен, поэтому смотрим дальше. Вот звездопад, ребята. Кто любит смотреть на звезды и загадывать желания? У вас сейчас есть большая возможность загадать желание. Итак, Грин Фредди, мы загадываем желание. Вау, круто! Когда-то и на нашу землю будет так. Наверное. Круть. Вот, то есть нашему герою надо будет спасти либо брата, либо сестру, поэтому я сейчас точно сказать не могу, кого, так что побежали. И смотрим сюжет. Землю или планету захватили инопланетные существа. Я думал, это ядерные бомбы. Если бы были бы это ядерные бомбы, то, конечно, было бы лучше. А, стой, стой, подожди, ты кто? Это глаз, водолаз, ага. Вот, прячемся. Побежали? Не, ну игра прикольная. Честно скажу. Я давно-давно играл в такие игры, в которых надо вот так вот боком бежать просто. И выполнять задание. Ух ты. Вот это осьминожек. Что, будем бежать без остановки? Опс. Видали, да? На кого-то он мне напоминает. Тайна третьей планеты. Мультик. Кто смотрел мультфильм «Тайна третьей планеты»? Планета Железяка. Это, наверное, с планеты Железяка людей забирают. Круть. Да подождите вы. Что? Паучок, я тебя вижу. Что происходит? Вон! Нана! Куда? Подожди! Он говорит, давай быстрее! Мне одному скучно! Они куда улетают-то? Они же должны в тех больших головах, нет? Или они в другую сторону должны? Сейчас посмотрим. Ну так приколюха, игруха. Да, кому нравятся подобные игры, напишем в комментариях. Что, да, мы... Подожди. Что? Вот. Что мы любим в такие игры играть, и ты тоже... Вот, давай, наверх. Сейчас. А, не, наверх. Кто Лилё? То есть, я не знаю. Брат это либо сестра, поэтому мы увидим в следующей серии. Какой следующей серии? Мы еще это не закончили. Побежали. Ага, сюда. Что, и тут тоже паучок? А, стой, подожди! Сейчас неожиданно было. Ну, прикольно. Откуда мы начнем? Не, ну, хоть начинаем не с самого конца. Давай, иди отсюда, паучок. Во, побежали. Давай, беги. Давай, ты туда, а мы сюда. А, нет, нам наверх надо.
Стой! Беги назад, блин! Ха-ха-ха! Чё получилось? Стоп! Ты смотри-ка какой! Мы же под этим мостом очнёмся. А нет. Так, а если мы сделаем сейчас... Ну ладно, побежали. В следующий раз мы так сделаем. Я просто не знал, что надо наверх, я думал, тут надо прятаться. Давай, быстрее. Давай, давай. А, вниз! Вниз, давай! Ха-ха-ха! Чё ты, паучок? Чё ты ломишься-то? Чё ты ломишься-то? Башкой подолбись, во! О, бегом! В воду! Фу! Вот это шухер в хате! О, хоть сохранение. В общем, если вам игра эта понравилась, я обязательно оставлю ссылку в описании под этим видео, чтобы вы могли зайти, скачать, поиграть, и если вас заинтересует, конечно. Вот. А если у Суперкота будет интереснее, то продолжение этой игры, скорее всего, выйдет у Суперкота. Потому что Green Freddy играет в очень страшные игры. Ну, прям очень, но зато страшнючие и пристрашнючие. А у кота более детский контент, поэтому, если вам нравятся подобные игры, то, скорее всего, возможно, если у Суперкота заинтересуются зрители этой игрой, то можете посмотреть у него. Вот. А пока мы побежали. Давай, вперед. Путь! Давай, давай! Иди, иди! Ты чё, слабак, что ли? Давай, давай! Ну? Ну? А! Илё. На самом интересном месте. Илё. Всем пока! Приятных снов, дети! Классная игра. А может быть, я поиграю? О! Это планета Офлана! Как Земля прям. Крутая была планета.